Любите играть в GTA, но вечно не хватает денег на новый транспорт и недвижимость? Тогда загляните в группу к Фасмилеру. Это надежная группа с недорогой и быстрой прокачкой. И доступна она на всех актуальных платформах. На ПК, PS4 и PS5, Xbox One и Series X и S. А больше вы узнаете по ссылке в описании. И снова здорово, дорогие зрители. Ну что ж, у нас с вами последняя доза. И вот меня сейчас дико интересует вопрос. Зайдя в маркер, запустится ли у меня последняя доза? А, да, это нападение. Да, смотрите-ка, реально. Они прям сами пишут, что это последняя доза. Это нападение. Ну, тут уже, в принципе, знаете, тут уже как бы... Так, музыка она должна быть выключена, потому что авторские права. А мы не хотим за авторские права получать что-то. Ну, так что я говорил-то. Вот. В принципе, катсцены ничего нового мы не увидим, потому что мы их видели, эти катсцены. Так, режим сложности, кстати, Rockstar не добавили, хардкорный. Зря, я был готов. Морально нет, физически тем более, но я был готов. Все, погнали. Я постараюсь, конечно, молчать. Вот в этом все. Последняя доза один. Почему последняя доза? Окей? Just stay there. The slightest movement could send us all flying. You still fucking out there? You still out there, yeah, Labrat? Yeah, I'm still out here, just hanging on by a thread. Нормально. Fresh meat, get over here. No, no, move! Don't listen to him. Come on. No, stop! Don't y'all see? The earth is just a big round ball. Большой шар. И мы цепляемся за него подошвами. Fuck this. Если они сорвутся, нас может унести в космос. Я иногда, когда смотрел все это, думал, что типа просто они пытаются в башки попасть. Опа, ананасу. Hey, what is going on here? It was for his own good. He shouldn't have taken all that acid. Oh, shit, he was so right. I don't know what the hell I was thinking. What the fuck was that? Dunno, just keep driving. We get in, we get out. Keep going. Copy that. Man, this new batch is powerful, bro. What have I told you about firing rocket launchers indoors? Yeah. Don't talk to me. Tell him. Come on, Mr. Chemist. Let's go for a walk. Fuck! А что-то мы как-то вообще не торопимся. Йоу! Ну не попал. Поехали! А чё это мы? А, у нас перестрелка просто. Хотите прикол? Вам отправлю. Слышно? Ой, зря я тут. О, попал. Фу. В смысле, а как ты упал? Ладно. Куда зайдем? Ой. О, попал, чётенько попал. Фигайся, они там из моста, что ли, еще идут? Я просто вижу, везде трассеры пролетают. Что мне с ними делать, непонятно. Но, хорошенько. Ага, вон они. На востоке. Они вертушку, блин, пригнали. У-ху. Давай. Оп, попал. Неудачненько. Ух ты ж, блин. Пока бодренько идем. Ой. Вот только я сказал бодренько, мне сразу же по щам дали немножко. Да, нормально. Оп. Так. Ну, понеслась жара. Вот так вот. Вертолет. Еще один. Ой. Не особо точно. Попадание.
Интересно, я смогу так пил? Ну ладно, я планировал пилота убить, но меня этот вариант устроит. Оп, полетела, родная. Скидочки есть, можно кидаться. Бум, попал в одного. А где? О. Давненько бодрых перестрелок не было. Ты все орет там с этим баданка долгом. Я тоже так же могу стрелять. О, с юга. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Пляшем, пляшем. Ой-ой-ой-ой. Пошла, родная. Попал. Чётенько попал. Нет. Хреново попал. Там челик снизу какой-то. Вертушки аж две. Подождите, стопэ. Вот же у нас есть для этого. Опс. Попал. Попал, попал, попал. Попал. Да. Хе-хе-хе-хе-хей. Блин, они и спереди идут уже. А, ладно, срать, они разберутся с тем чуваком. А, там броня. Отлично, есть. Ой, это свой. Чё меня несёт куда-то постоянно? Ай-яй-яй-яй-яй, откуда так шьют? И сзади, и спереди. О-о-о-о-о-о. Реально прям Tower Defense какой-то. Только тут у нас не башня, а немножко другое, но в принципе норм. Ну давай, а умер. Он не умер. Да чё вы откуда-то всё лезете, да? Оп, 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 по головам. Давай, 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 давай. Не, бодрая, бодрая перестрелочка. Давненько таких вот. Вот это реально интересно. Чем все задания первой дозы. Конечно, да, там тоже в первом задании довольно-таки бодрая перестрелка была, но это мне больше нравится. Ух ты, сколько у вас там? Все. А я думаю, пойдем фармацевтов поставить. Оказывается, как бы, ну, поставить-то некого. Мы тут перестрелочку сходу устраиваем. Здорово, наркоманы. А, то есть ты сразу решил накидаться. Нормальная идея. Конечно. Идея топ. Все? И это все? Ну, ладно, что я ожидал, в принципе. Это просто реально было просто задание. Пах-пах-пах, пострелять всех. Ну вот и первое задание. Опять же. Буду потихоньку выпускать, ребята, так что следующее будет в следующем видосе, потому что за раз заснять довольно-таки геморно, и потом все это монтировать, опять же, гемора нет. Короче, мы прошли задание. Будет в ближайшее время следующее. Ждите, если вы еще уже не успели их сами пройти. Ну а я с вами прощаюсь и удаляюсь.